spinningline.ru. Рыбку мышкой. Очень часто на водоеме при ловле рыбы нам требуется дальний заброс. Вот в частности, я сейчас ловлю окуня. И докинуть до стаи окуня пластиковыми объемными приманками, воблерами, вокерами, в данном случае проблематично. В принципе, я могу подойти на лодке на расстояние заброса этих приманок, но не факт, что я не спугну вот эту стаю кормящегося окуня, и она не уйдет оттуда. Вот сейчас видно, как раз он вышел на поверхность и показывает себя всплесками. Так вот, что я хочу сказать. В таких случаях иногда выручают вот такие вот тяжеленькие пилькероподобные блесенки, колебалочки. Вот в частности, эта блесенка весом 12 грамм. Она попадает четко в тестовый диапазон моего удилища и позволяет таким образом делать очень дальний заброс. Чем еще интересна эта приманочка? Тем, что она, кроме того, что очень далеко летит, позволяет забрасывать, как я сказал, далеко, так ей еще очень удобно облавливать разные горизонты воды. При быстрой проводке мы можем верхний горизонт обловить. Но вот в данном случае я на эту приманочку сейчас ловлю окуня и применяю ее как джиговую приманку, веду ее как джиговую приманку. То есть 2-3 оборота катушкой, пауза, 2-3 оборота катушкой, пауза. Во время паузы приманочка ложится на дно, потом я ее опять поднимаю, потом снова кладу на дно. И вот на такую проводку окунь очень хорошо отзывается. Я сейчас на этой точке нахожусь уже минут 30, может быть, чуть больше. Перепробовал массу приманок. Конечно, в принципе, когда окунь подходит поближе, вот на расстоянии заброса воблера, то он ловится на него. Но ловится каким образом? Одну, две, три проводочки, одна рыбка. Я менял приманки, ставил вокер. Также 2-3 проводки, одна рыбинка. Пробовал поппер. В принципе, все то же самое. Но вот когда я поставил вот этот пилькерочек, у меня получается так, что у меня каждая проводка мне приносит окушка. И интересно то, что я окуня тащу издалека. Вот окунь клюнул, зацепился, я его тащу, он у меня сходит. И на это место тут же садится другой. Вот бывало так, что сейчас за одну проводку у меня трижды окунь сходил, и в конце концов я все равно вытаскивал окуня. Ну вот давайте поглядим сейчас, насколько бывает эффективно вот данная приманочка, вот данный пирог. Летит он просто изумительно. Я сейчас закинул приманку, опустил на дно и начал вот чисто классическую джиговую проводку. 3 оборота катушечкой, пауза. Вот, сейчас была поклевочка. Вот. И вот тут, вот опять окунь сошел, как я вам говорил. И вот на его место сел новый. Снова сошел. И вот снова сел. Вот здесь торопиться не надо. Вот сейчас произошло точно так, как я вам рассказывал. Трижды. Вот этот окунь третий. Я не думаю, что это один и тот же. Сходит. Оп. И тоже вот упал у лодки. Я не думаю, что это один и тот же окунь, который там клюнул, повисел, я его метр протащил, он сошел, потом догнал эту приманку. Нет, мне кажется, это вот у окуней во время их жор такая жесткая конкуренция. И они наперегонки атакуют мою приманку. Вот была сейчас поклевочка. Вот, все. Сидит. Окушок сидит. Единственный минусок, это очень долго его тащить, окуня. А губы у него слабые, и он иногда вот сходит у лодки. Вот такой вот красавец атаковал сейчас пилькерочек. Такой вот окушок. Сейчас мы его аккуратненько снимем и отпустим. Следующий забросик.
Если вам видно кончик удилища, то поклевки очень четко передаются на кончик. О, кончик задрожал, затрясся, я сделал подсечечку, и окунь сидит. Я примерно знаю, где стоит окунь, поэтому мне приходится даже останавливать полет приманки, не давая ей улететь дальше, чем нужно. Потому что следующая проводка будет пустой. Вот несколько раз, вот он клюнет, сойдет. Вот опять сейчас засекся. Дважды сейчас окунь атаковал и сходил. Сейчас в конце концов опять сел. Такой вот интересный фильтерочек, вот такая интересная рыбалочка. На каждом забросе мы не успеваем просто вынимать рыбу. Рыба атакует приманку на перегонки. Вот. Эта рыбалка интересна тем, что сейчас я окушка отпущу. Что можно смело сказать сейчас, что рыба выстраивается за нашей приманкой в очередь. Вот это как никогда сейчас подходит это выражение к данному нашему с вами способу ловли окуня вот на этот питкер. Вот приманка улетела чуть подальше. Там поклевок нет. Когда я подтащил поближе, вот начинаются поклевки. Вот. Вот. Оп. Даешь какое-то время ему заесть эту блесенку. Он ее заедает. И мы подсекаем, он сидит. Оп, свалился. Мы сейчас подтащили почти к самой лодке его. И вот и у нас даже у лодки вот здесь вот с вами клюнуло. Вот тут вот помельче окушочек. Вот данная проводка у нас оказалась пустой, но тем не менее мы на ней поимели несколько поклевок и протащили больше половины вот дальности заброса окушка. И потом он у нас свалился, и больше у нас с вами никто не попал. Давайте продолжим сейчас. Все, попался. Несколько раз были поклевочки. В конце концов окунь сел. Ну вот этот окушок засекся снаружи. Окушок не очень крупный. Поэтому сейчас попробуем аккуратненько освободить его от наших крючочков. И отпустить. Сделал заброс чуть-чуть левее, и больше половины проводки было пустой, и окунь вот клюнул почти в середине нашей проводочки, но окушок опять не очень крупный. Вот здесь вот получается так, что подальше
как я говорил, держится крупный окушок, покрупнее. А вот здесь вот поближе у лодки, вот такой вот мелкий окушок. Сейчас попробуем кинуть правее и подтвердить мою догадку, так это или нет. Нет, клюет, 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 поклевывает. Есть. Ну, такая ловля тоже, она не бесконечна, потому что стая периодически двигается. Нам постоянно приходится ее выискивать. Бывает так, что кидаешь в одну точку, ловится, 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 проходит какое-то время, все, рыбы нет. Кидаешь правее или левее и снова ее находишь. Стая как бы не стоит на одном месте, она постоянно двигается. Сейчас я сниму. Ну вот окушок чуть покрупнее предыдущего, но не намного. Ну что, поймаем еще одного и заканчиваем. Дальность, конечно, полету в этой приманке феноменальная. Она очень обтекаемая, узенькая, компактная, тяжелая. Все, сел. Оп, свалился. Окунь был покрупнее и свалился. Здесь вот опять поклевывает, но здесь мелкий окушок поклевывает. Вот четкое разделение. Чуть подальше окунь покрупнее от лодки. Поближе окунь помельче. Все, все. Благо упал прямо в воду. Ну вот, в принципе, чем интересен эта приманочка, эта блесенка, вот этот пелькирог, тем, что помимо окуня, им еще очень хорошо охотятся на жереха. Как я сказал, из-за его дальности полета он очень хорошо летит. Жерех тоже на него откликается неплохо. Вот такие приманки есть в нескольких вариантах весовых. Вот в данном случае, повторюсь, у меня 12 грамм, там есть, по-моему, 24 грамма, еще какие-то есть. Ну вот, надо иметь в виду, что таким блёстом в нашей коробочке должно быть всегда место.